А следующая песня начала рождаться как-то в «Звездном доме» спонтанно, что доказывает, что коллектив на третьей фабрике очень сплоченный получился. Никита Малинин, Дмитрий Голубев и Роман Барсуков. Солнце всходит за горами, слезы капают из глаз, полны грусти и страдания. Поведаю рассказ. Нет любви на белом свете, доля горькая моя. Кто скажите мне, ответит, где девчоночка моя? Ее зовут Маша, она любит Сашу, а он любит Дашу и только ее. Но Даша готова простить его снова, опять бросить Вову, вот блин, ё-моё. Ее зовут Маша, она любит Сашу, а он любит Дашу и только ее. Но Даша готова простить его снова, опять бросить Вову, вот блин, ё-моё. Солнце всходит и заходит, звезды светят по ночам. Ночью нам любовь приходит, мы о ней расскажем вам. Если это не случилось или это не стряслось, значит, вам любовь приснилась, значит, что-то не сошлось. Ее зовут Маша, она любит Сашу, а он любит Дашу и только ее. Но Даша готова простить его снова, опять бросить Вову, вот блин, ё-моё. Ее зовут Маша, она любит Сашу, а он любит Дашу и только ее. Но Даша готова простить его снова, опять бросить Вову, вот блин, ё-моё. Ее зовут Маша, плюс Света. Роман любит Иру и только ее. Санек любит Лесю, Руслан любит Юлю. Вот это непросто, ё-моё. Ее зовут Маша, она любит Сашу, а он любит Дашу и только ее. Но Даша готова простить его снова, опять бросить Вову, вот блин, ё-моё. Ее зовут Маша, она любит Сашу, а он любит Дашу и только ее. Но Даша готова простить его снова, опять бросить Вову, вот блин, ё-моё. Никита плюс Маша и Дима плюс Свет. Роман любит Иру и только ее. Санёк любит Лесю, Руслан любит Юлю. Все это не просто, вот блин, ё-моё. Как это не просто, вот блин, ё-моё. Конечно уж, непростые у нас на фабрике взаимоотношения, но что у нас точно есть и чего у нас не отнять, так это командный дух. Вы посмотрите, это же такая сплоченная команда. Третья фабрика.